Из Иваново запустят дополнительную ночную ласточку. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский в одной из социальных сетей. Скорый поезд начнет курсировать со 2 июня. Отправление из Иваново в 1 час 9 минут. Прибытие в 4:50. Из Москвы в наш город ночная ласточка отправляется в 1:56. Соответственно, прибывает примерно 5:30 утра. Поздние рейсы позволят ивановцам, которые трудятся в Москве, добираться до работы вовремя и с комфортом, а любителям вечерних концертов не оставаться в столице на ночь.